Миллионные доходы. Городские чиновники представили свои декларации. Кто оказался самым богатым среди заместителей мэра? Два театра в гостях у третьего. Какие спектакли покажут нижегородцам театральные коллективы из Чебоксары и Кинешмы? 6 машин в одной аварии. По чьей вине пострадали люди на проспекте Гагарина? Гонки по уши в грязи. Зачем нижегородцы месили квадроциклами жижу под Богородском? Победа над знатоками. Кого обогатили усы Максима Горького? О главных событиях этого вторника я и мои коллеги расскажем вам прямо сейчас в эфире службы новостей «Город». Меня зовут Мария Зеринская. Здравствуйте. Стрельба по прохожим. Таким нетривиальным способом развлекал себя один из жильцов дома номер 9 по проспекту Бусыгина в Автозаводском районе. По утверждениям тех, кто пострадал от выхода к стрелка, одному человеку пуля угодила в руку, другому – в голову. Прохожие остались живы только лишь потому, что пули были выпущены из травматического оружия. Стражи порядка отреагировали только после того, как автозаводцы написали на хулигана заявление в полицию. На следующий день сотрудниками полиции в результате квартирного обхода личность стрелявшего была установлена. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это хулиганство. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Ну и примечательно в этой истории то, что со слов очевидцев хулиган вовсе не собирался отрицать факт стрельбы по людям. А теперь к другим темам. Сумма заработка с 6 нулями, квадратные метры, на которых можно развернуться, и автомобили представительского класса. Нижегородские чиновники отчитались о своем имуществе и доходах за прошлый год. Пока это сделали заместители главы Нижнего Новгорода. Самым обеспеченным оказался Александр Герасименко. Он заработал 5 300 000 рублей. В собственности чиновника 2 земельных участка общей площадью 3000 квадратных метров, большой дом и 3 квартиры. Супруга Герасименко заработала чуть больше 5 600 000 рублей. Также она владеет земельными участками почти 8000 квадратных метров, просторной квартирой и 2 нежилыми помещениями, а еще автомобилем «Мерседес-Бенц». Чуть скромнее живет Анатолий Молев. Ответственный за градостроительное развитие заработал 2 350 000 рублей. Он владеет 2 земельными участками, квартирой, гаражом и автомобилями УАЗ «Патриот» и «Тойота RAV4». Его супруга заработала 2 миллиона рублей. Ей также принадлежат 2 земельных участка, садовый домик и треть квартиры. В списке городских богачей есть также Наталья Казачкова, первый заместитель главы администрации. Она заработала 1 900 000 рублей. Никакого имущества у нее нет, все записано на мужа, а именно участок земли, дом и 3 квартиры. Супруг Казачковой при этом заработал 1 рубль 60 копеек. Среди районных глав наибольший доход оказался у отстраненного от должности главы администрации Канавинского района Дмитрия Шурова. В прошлом году он заработал 3 460 000 рублей. На больших деньгах мы еще поговорим, а сейчас продолжим о людях, которые когда-то чувствовали себя в Нижнем Новгороде весьма комфортно, а вот теперь времена изменились. Работу у Эллады Нагорной в качестве почетного консула Венгрии приостановили. До 17 ноября в Нижнем Новгороде также офис консульства тоже работать не будет. Супруга Олега Сорокина, которого арестовали по подозрению в получении взятки, сейчас находится за границей. Тему продолжим далее в рубрике «Короткой строкой». Решение о приостановке деятельности почетного консула Венгрии в Нижнем Новгороде подписал чрезвычайный и полномочный посол Янош Бала. При этом Эллада Нагорная сохраняет за собой все полномочия почетного консула. Спустя 6 месяцев министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии примет решение о возобновлении работы. На эту должность Нагорную назначили в 2012 году. Нижегородский районный суд арестовал бывшего градоначальника Олега Кондрашова. Это произошло заочно, так как экс-сити-менеджер сейчас находится за пределами страны. Как только Кондрашов вернется, его возьмут под стражу на 2 месяца. Чиновник подозревается в получении взятки. Дорожные обходы Нижнего Новгорода перейдут из областного ведения в федеральное. Это позволит решить проблему недостачи денег на ремонт дорог в регионах и, следовательно, сделать развязки более качественными. Новый статус выбранные дороги регионов должны получить до 2031 года.
В Нижнем Новгороде работает горячая линия по вопросам сдачи единого государственного экзамена. Специалисты принимают звонки до 25 мая включительно, с 9 до 11 утра. Номера телефонов сейчас указаны на экране. Напомню, в прошлом году ЕГЭ сдавали 5414 нижегородских выпускников. 46 из них удалось набрать наибольшее количество баллов. Мы продолжаем. Аренда дачи для тех, кто побогаче. К летнему сезону снять для проживания загородный домик стало в 3 раза дороже, чем годом ранее. Средняя стоимость сейчас составляет 12,5 тысяч рублей в сутки. На фоне роста аренды предсказуемо снизился интерес нижегородцев к дачам. А вот количество тех, кто не прочь приобрести загородный домик в собственность, увеличилось на 23%. О других экономических реалиях расскажем в обзоре финансовых новостей. Нижегородская область намерена инвестировать больше 2 миллиардов рублей в предприятия пищевой промышленности. По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, средства направят на реконструкцию и ввод в эксплуатацию новых производственных линий. Так, масло-сырзавод в Починках планирует в рамках инвестпроекта модернизировать приемно-аппаратный цех. Компания в Зеленом городе построить плодово-овощной производственный комплекс и наладить линию по выпуску фруктово-ягодных начинок. 17 миллионов рублей необходимо для разработки проекта новой школы в Верхних Печорах. Эту сумму депутаты комиссии Думы по местному самоуправлению намерены попросить выделить главу города, поскольку в бюджете средства на эти цели не предусмотрены. Между тем, к сентябрю текущего года будет полностью сформирован и оформлен земельный участок под строительство новой школы. Банк России к предстоящему чемпионату мира по футболу презентовал памятную полимерную банкноту. На купюре достоинством в 100 рублей с лицевой стороны изображены легендарный вратарь Лев Яшин и мальчик, мечтающий повторить его достижения, как символ преемственности поколений. На оборотной – футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже – название городов, в которых пройдут матчи Мундиаля. Банкноты уже доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар и Самару. К концу июня их получат все регионы. Компания Apple не смогла попасть в топ-3 лучших компаний по прибыли, несмотря на то, что показала значительный прирост выручки по итогам прошлого года. Лидером по прибыли стала компания Walmart с доходом в 500 миллиардов долларов. Второе место занял ExxonMobil. Замкнул тройку Berkshire Hathaway. Одной из причин, по которой яблочная компания не смогла войти в тройку, эксперты назвали перенасыщенность рынка смартфонов. Стейси Каннингем станет первой женщиной-президентом Нью-Йоркской фондовой биржи за все ее 200 с лишним лет существования. Сейчас она занимает должность исполнительного директора. На новой должности Каннингем сменит 66-го президента биржи Томаса Фарли. К своим обязанностям претендентка приступит с 25 мая. По данным Центробанка, курс доллара на среду 61 рубль 39 копеек, евро 72 рубля 50 копеек. Цена за баррель нефти марки Brent – 79 долларов 48 центов. А тем временем Нижегородский театр драмы принимает гастроли сразу 2 трупп из Чебоксар и Кинешмы. Это старейшие драматические театры. 3 дня, 3 спектакля. Какие постановки увидит наша публика? Екатерина Вологина расскажет прямо сейчас. Первыми на нижегородскую сцену выйдут артисты из Чебоксар. Они представят трагикомедию «Отель двух миров». По сюжету никто из героев, постояльцев гостиницы, не знает, как он попал в это место и как из него выбраться. Кто-то из артистов отметил, что сегодняшний внешний вид драмтеатра соответствует этой истории. Да, Нижегородский драматический театр сейчас на реконструкции, но такие строительные леса не смутили гостей артистов. Это что-то закрытое, что-то такое непонятное, что-то такое таинственное, что за этим фасадом закрытым непонятно. Люди приходят сюда, уже видят. Так же в нашем спектакле. Очень своеобразный автор. И вообще эта пьеса, она... Ну, трудно объяснить. Вы понимаете, там ситуация такая-то. Отель не отель, больница не больница. Люди, которые находятся между жизнью и смертью, они проявляют свои характеры. Где-то там низменные, где-то наоборот, любовь. Инвалиды становятся вдруг какими-то там самыми настоящими. В 2015 году Чебоксарский театр вошел в число 50 лучших профессиональных театров. Что касается декорации, на сцене нет сложных элементов. Внимание зрителей будет сосредоточено на диалогах. Именно на этом белом диване будет развиваться основная сюжетная линия.
«Отель двух миров» – постановка по пьесе Эрика Эммануэля Шмидта. Французский драматург придумал фантасмагорию. С героями, постояльцами отеля, происходят странные вещи. Реальность смешивается с мечтами, смех сменяет слезы. Вместе со зрителями персонажи ищут смысл жизни, а сам спектакль можно разобрать на цитаты. Здесь, так скажем, такое место, где люди, наверное, лучше узнают себя, в том числе и мой герой. Поэтому здесь вот, так скажем, на протяжении всего времени сценического, в котором будем находиться здесь, мы, как герои, и я лично буду познавать себя, разбираться в своей жизни, что есть важно, что не важно. 23 мая Чебоксарский театр покажет на нижегородской сцене комедию по пьесе Марка Камалетти «Ужин по-французски». Говорят, эта история заставит смеяться даже самого серьезного человека. Обе постановки очень популярны в нашем городе. Когда состоялась премьера «Отеля двух миров», у нас, конечно, в городе был фурор. И до сих пор на этот спектакль люди по 3-4 раза ходят. «Отель двух миров», наверное, он заставляет задуматься каждого человека, чем он и привлекает нашего зрителя. А второй, конечно, смеяться заставит довольно активно. Уже в четверг, 24 мая, в Нижний Новгород приедет Кинешемский театр. Нижегородцы увидят классику «Ромео и Джульетта». Роль влюбленного сыграет нижегородец Данил Тябин. Кстати, на нашей сцене будет премьера. Жители Кинешмы увидят этот спектакль лишь на следующий день. Это веская причина прийти, посмотреть и поддержать артистов. Ну и далее мы ненадолго прервемся, и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. 6 машин в одной аварии. По чьей вине пострадали люди на проспекте Гагарина? Гонки по уши в грязи. Зачем нижегородцы месили квадроциклами жижу под Богородском? Победа над знатоками. Кого обогатили усы Максима Горького? В эфире службы новостей «Город», а мы продолжаем. Вразумить не удалось. Житель города Павлово убил свою сожительницу, которая пристрастилась к алкоголю. Тело погибшей женщины он спрятал в подвал вместе с вещами погибшей, где оно пролежало полгода. А мужчина тем временем переехал на другую съемную квартиру. Когда тело женщины все-таки обнаружили, подозрение сразу упало на сожителя, который во всем сознался. О других криминальных новостях расскажет Валерия Стародумова. Здравствуйте. Начнем с пожара на улице Удмуртской в Ленинском районе. Жаркое пламя засняли очевидцы на стоянке грузовых автомобилей. По предварительной версии, в половине пятого вечера здесь загорелся фургон. Водители остальных припаркованных рядом машин поспешили отогнать их на безопасное расстояние. А вот по какой причине загорелся транспорт, предстоит выяснить сотрудникам пожарной охраны. Крупная авария на проспекте Гагарина парализовала движение в районе завода «Нител» в сторону Щербинок. Виновником ДТП стал неопытный водитель «Газели». Его автомобиль, выйдя из-под контроля, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом той же марки. Следом участниками аварии стали автомобили «Митсубиши», «ВАЗовская шестерка», «Шевроле» и автобус «Хагер». В результате многочисленных столкновений ранения получили 3 человека. Сам виновник аварии – 29-летний молодой человек, а также 47-летний водитель «Жигулей» и 52-летний водитель японской иномарки. Он самостоятельно обратился в больницу, а вот двух его собратьев по несчастью увезли с места ДТП на скорой. Кто-то ходит в бар, чтобы посидеть и отдохнуть от суеты за кружечкой алкогольного напитка. А вот 27-летний житель Дзержинска посетил питейное заведение с целью наживы. Камеры наблюдения засняли, как молодой человек идет внутрь, заходит за стойку и в наглую забирает у бармена деньги. Добычей грабителя стали 7300 рублей. Добавлю, что преступление произошло в феврале этого года. Сейчас злоумышленника задержали. Ранее судимый Дзержинец находится под стражей. Там же, в городе Химиков, в одном из продуктовых магазинов, мужчина в черной куртке и серого цвета штанах набрал в холодильнике пенного, подошел с бутылками к продавцу, которая упаковала алкоголь. Затем покупатель попросил ему что-то подать с витрины, а сам схватил пакет и выбежал вон. По факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется поиск злоумышленника. Почти 7 километров сетей изъяли у браконьеров нижегородские полицейские в рамках операции «Нерест», которая стартовала с середины апреля.
Один из характерных случаев зафиксирован на реке Волге в Кстовском районе. Здесь двое рыбаков ловили рыбу запрещенным способом. У данных граждан из незаконного оборота изъято 150 метров сетей. В настоящее время проводится проверка порядка статьи 144-145. Кроме того, полицейские пресекли факт браконьерства на реке Суре в Воротынском районе. Нарушителем оказался житель Чувашской республики. Всего за время операции «Нерест» стражи порядка выявили 25 преступлений и более 30 административных правонарушений, а также 136 незаконных орудий лова. На этом обзор криминальных событий завершен. Ну а если вы стали очевидцами происшествий или аварий, присылайте видео на нашу электронную почту канал1nn@mail.ru и в группу Первого городского телеканала ВКонтакте. Ну а теперь к другим темам. В Нижнем Новгороде прошел полумарафон «Беги, герой». Этот забег стал самым массовым за всю историю его проведения в столице Приволжья. На старт вышли 3600 участников. Подробнее об этой и других спортивных новостях расскажем далее. Хмурая погода спортсменов не напугала. После традиционной разминки стартовали детские группы. Юным бегунам предложили преодолеть дистанцию 500 метров. Попробовать свои силы на самой длинной дистанции полумарафона 21 километр 100 метров решились чуть более 800 спортсменов. В забеге приняли участие не только нижегородцы, но и гости из разных уголков России и даже иностранцы. На финише всем бегунам вручили медали, а затем на большой сцене состоялось торжественное награждение тройки лучших на каждой из дистанций. Грязью их не напугаешь. Нижегородцы устроили массовый заезд на квадроциклах по пересеченной местности. Соревнования по мадрейсингу, гонках в грязи состоялись в Богородском районе. На трассу вышли как новички, так и опытные участники. Они боролись за главный приз – 100 тысяч рублей. Но, кажется, яркие эмоции, заряд адреналина и лучезарные улыбки на испачканных лицах квадроциклистов стоят гораздо дороже. Не можешь обогнать – перепрыгни. Таковы жестокие правила гонок Мото-3. Итальянский байкер упал с мотоциклом, его железный конь оказался под колесами соперника из Чехии. Пилот не растерялся, использовал чужой байк в качестве трамплина и весьма успешно приземлился. Правда, победу чешскому мотоциклисту это не принесло. Спортсмен финишировал шестым. Зато его фееричный прыжок уже назвали самым безумным трюком в истории мотогонок. Мечты сбываются. Дирекция «Формулы-1» подарила незрячему фанату гонок поездку на двухместном болиде по треку в Барселоне. Эмоции захлестнули юношу с головой. Направление движения молодой человек определял по звуку мотора и перегрузкам. Он признался, что всегда интересовался Формулой-1. До потери зрения юноша не пропускал ни одной трансляции заезда. А сейчас слушает пресс-конференции об итогах гонок. В преддверии чемпионата мира по футболу звезды эстрады меняют тематику творчества, а спортсмены – род занятий. Трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова стали героями клипа Ольги Бузовой. За три дня видео посмотрели почти 3 миллиона пользователей. Но главное, чтобы после спортивного ажиотажа в стране наши чемпионы не забыли вернуться со съемочных площадок на тренировочные. Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде все-таки скорее существует, чем нет. Очевидцы выложили фотографию входа в подземку на Мещере. Что еще обсуждают, покажем в обзоре социальных сетей. Если вход есть, то и платформа должна быть. Под снимком оставлен многозначительный комментарий. Осталось 9 дней. Что ж, ждем, что летом уже точно сможем прокатиться от Горьковской до Стрелки. Романтики с Большой Покровской. Уличные музыканты на пенсии радуют нижегородцев знакомыми мелодиями. Признаются, делают это не ради денег, а для души. Всего два – кларнет и гитара, причем последний владелец 18 лет назад нашел в мусорке.
восстановил, и вот сейчас она звучит почти идеально. Ситуация, когда младший брат дал погонять на своем велосипеде. Говорится, если велик маловат, значит он для BMX. Вот только взрослым ребятам, как оказалось, справиться с трехколесным не так уж и просто. На длинных ногах велосипед почти неуправляем. В 1820 году в Иксе начали производить пароходы. А еще через 24 года освоили создание стальных рельсов с конной тягой. Вся история в Иксе на канализационных люках. Такие объекты появились в центре города на площади Металлургов. Их автор – местный житель Александр Орлов. За свою идею он получил денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Эскизы люков нарисовали художники фестиваля «Артовраг». Так что теперь в этом городе Нижегородской области познавательно смотреть под ноги. Смотрите и угадывайте. Нижегородцы, узнаете, чьи это усы? Предположим, что это Иосиф Сталин. Иосиф Сталин. Еще кому-нибудь не знаю. Сложно. Знаток клуба «Что, где, когда» Михаил Новоселов ошибся. Вздернутый нос и пышные усы принадлежат нашему земляку Максиму Горькому. 50 тысяч рублей получит Галина Завольская из Нижнего Новгорода. Вопросы нижегородка подобрала из викторины 1928 года, которую проводил журнал «Огонек». Первое очертание портрета Карла Маркса знатоки узнали, а вот с усатым заданием не справились, обогатив зрителя программы. Ну а какие интересные события произошли в жизни нижегородцев, они расскажут сами. На дачу ездили, дела подделали, всякие и дачные, и гаражные, и прочие. Все хорошо. Я купил машину, я очень этому рад. Я выиграл соревнования, мне подарили часы. Я вас очень рада видеть. Первое скажу. Что у меня хорошо происходит, мы начинаем финал топ-модели. У нас начинаются фотосессии, много всяких историй. И, конечно же, сам финал мы на самом деле очень ждем, когда же он произойдет. Вот, это, наверное, новое. Ну вот мы выбрались с работы пообедать и погулять по такой хорошей погоде. Наш выпуск продолжит прогноз погоды, и вот что ожидает нас в ближайшие три дня. В среду, 23 мая, днем в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями, плюс 24 градуса, ночью плюс 17, пройдет небольшой дождь. В четверг, 24 мая, днем облачно с прояснениями, плюс 22, ночью 15 градусов, облачно. В пятницу, 25 мая, днем пройдет небольшой дождь, плюс 14, ночью 9 градусов, облачно. И на этом наш выпуск завершен. Далее эфир продолжит реалити-проект «Встряска». Наша героиня готовится к пляжному сезону. Желаем приятного просмотра и до встречи в городе.